Ты никогда не смотрел на меня так, как на нее. Это правда. Я знаю. Другая бы на моем месте ее ненавидела, а я нет. Хватит. Трэвис, я дам тебе дружеский совет. А потом поеду домой летать, ладно? Забудь про гордость. Ты думаешь, что появишься через 10 лет с цветами и моды на поводке, и она все поймет? Поймет, почему ты так легко сдался? Женщина мечтает о том, чтобы мужчина за нее боролся. Почему бы тебе не сэкономить 10 лет? Она ведь так же на тебя смотрит. Что для вас является центром мира? Центром мира? Ну, уже отвечаете. Давайте. Ну, тогда это любовь, я думаю. А как вы думаете, можно жить одному? Все время одному? Нет, я думаю, что это невозможно, точно? Нет, это невозможно. Ведь нельзя жить, как я уже говорил, без нежности. Без этого можно застрелиться. Жизнь редко бывает такой, как нам хочется. У нее свои планы, так уж она устроена, наша жизнь. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я не влюблялась раньше, но я знаю, что люблю тебя. А я люблю тебя. А ты красивая. Да, кстати, ты как вообще? Зачем ты сюда приехал? Я по тебе скучаю. Сильно. Еще совсем недавно мы хотели пожениться, а тут вдруг это... Не верится, что мы уже... А мы можем попробовать еще раз? Это исключено. Ты в этом виноват. Не Карлтон Дрейк, не телекомпания, а ты.